золотые руки у тебя, Шерстнева. Такой талант. И на сорочках гибнет. Ну, кому-то же нужно сорочки шить. Тебе надо в Москву, в текстильный. Да я и сама думала, но все как-то не до этого было. Своих же не бросишь. Сами знаете, у меня мама давно болеет. Да, в этом году уже, наверное, не успею. Набор закончу. А вот если бы на работу устроиться в какой-нибудь дом моды, например, Карине Штайф, это вообще моя мечта. Штайф – это известный модельер, которая… Она выдающийся дизайнер. Я все ее коллекции наизусть знаю. Вот, знаете, я даже благодаря ей всерьез шить начала, подражала ей. Ну вот, поезжай, а вдруг у тебя получится? Ну? Ну, не знаю. Спасибо, дочка, сегодня получше. Ты давление мерила? Да все хорошо, не волнуйся. Как на работе? Хорошо. Наш мастер Раиса Федоровна тебе привет передает. Ой, как я давно ее видела. Как она там? Нормально. Работает, нас жизни учит. А мне в Москву советуют учиться ехать. Да ты что? Представляешь? Мам, принимай работу, как новенький. Привет. Слушай, Вер, а ведь и вправду твой мастер говорит. Езжай в Москву. Дочка, а Игорь прав. Ну, ты же мечтаешь об этом давно, я же знаю. Просто бросить нас боишься. Конечно, боюсь. А ты не бойся. Справимся. Угу. Ну вот. Завтра же позвоню брату Коле и предупрежу, что племяшку в гости ждал. Да? Спасибо вам. Зонтик. Ну? Зонтик забыла. А, спасибо. Как доберешься до дяди Коли, обязательно позвони, я буду ждать. Мамочка, не волнуйся, конечно, позвоню. Если встретишь знаменитость, обязательно возьми для меня автограф. Девчонки обзавидуются. Если встречу, возьму. И на, вот тебе. Немного скопила. Мам. И убери куда подальше, чтобы никто не видел. Не надо, бери, вам самим пригодится. Бери, в чужой город едешь. Специально для тебя копила. Бери. У меня и так сердце не на месте, как ты там будешь. А поедешь без денег, так вообще не усну. Ладно, я заработаю и вышлю. Да. Ну ладно, пора ехать. Пойдем, москвичка, а то уедут все твои автобусы. Мамочка. Все, дочечка, давай, золотая моя. Пока. Пока. Смотри там. Ну все, пока. И когда едешь, сразу позвони. Ага. Все, пока. Пока. Катюш, как приедете, звоните, ладно? Да, ведь обязательно. Давай. Счастливо. Ой, простите. Девушка, вам помочь? Я вижу, вы плохо ориентируетесь. Да. Первый раз в Москве. Первый. А может, вы мне подскажете, как доехать до 17-й парковой улицы? А, да. Так это вам. До станции метро Первомайская. Давайте вам расскажу. Метро, девушка, вон там. Куда? Стоять!
Вот, держите. Спасибо. Только проверьте, там все на месте? Угу. Фух. Документы, паспорт, деньги. Фух. Денег. Денег нет. Понятно. Надо в милицию обращаться. Думаете, имеет смысл? Честно, думаю, не имеет. Потому что даже если его поймают, мы ничего не докажем. Вот я клуша. Не успела в Москву приехать, уже в переделку попала. А мама говорила спрятать деньги. Девушка, вы откуда? Я из Калашина. Слышали? Нет. Меня Витя зовут. Вера. Очень приятно. Может, я провожу вас? Да. На всякий случай. Спасибо. Давайте. Оп. Пойдемте. А вы в Москву к кому приехали? Где остановиться решили? Да, меня родственники ждут. Я сначала поживу у них, а потом квартиру найду. Ну, если, конечно, работу найду. И на какую же работу хотят устроиться такие красивые девушки, как вы? Я собираюсь работать в доме моды. Ничего себе. Ну, вы знаете, что найти работу в Москве – это очень сложно. Но у вас, надеюсь, получится. Я тоже надеюсь. Я сделаю для этого все, что от меня зависит. А другого ответа девушки с таким оптимистическим именем я и не ожидал. Ну вот, ваша маршрутка стоит. Ну, до свидания. Спасибо, что помогли. Я бы одна точно не справилась. Просто голова идет кругом. И это ограбление. Хорошее начало. Ничего не скажешь. Да вы привыкнете. К пробкам, к людям. А жулики, надеюсь, больше на вашем пути не встретятся. Ну, до свидания. До свидания. Вера. Ну как до свидания? У меня даже нет вашего телефона. А у вас моего. Подождите секундочку, сейчас. Сейчас быстро пишу. Пожалуйста. Угу. Звоните, если будет сложно. Хорошо. Ну, теперь до свидания. До свидания. Вера! Здравствуйте, это я, Вера. Кто я? Да, ну это ж я. Вы что, не узнали? А, ты к Надьке, что ли? Так ее нет пока. Подождите, подождите, я к вам. Я же ваша племянница, Вера. Вы не узнали? Или, может, не ждали? А вам дядя Коля сказал, что я приеду? Коля! О! А ну-ка, поди сюда! Я не понимаю, в чем проблема. Сеструха позвонила, попросила племяшку приютить. Значит, ты знал. Значит, тебе звонили и предупреждали, да? И ты, значит, согласился. А вот меня спросить не надо было? Галь, ну чего ты завелась? Ну вот чего ты завелась? Девчонка работать приехала, устроиться. Комнатенку сесть снимет, на шее сидеть не будет. Делов-то. Делов-то. Знаю я эту твою деревенскую родню. Припрутся на 2 дня, потом их через год не выпрешь. Ладно, все, Галь, хорош. Она наша племянница и останется здесь. Вот. Верка, ну, чего топчешься в дверях? Выходи, располагайся, кушать будем. И что ж ты не ешь? Невкусно? Да нет, что вы. Все очень вкусно. Просто я в автобусе поела.
А какую же ты работу собралась искать? Любую. Лишь бы к Штайф попасть. Чего? Это что за название такое? Это что, клуб какой-то? Или бордель? Галя. Че? Нет. Ирина Штайф – это очень неизвестный модельер. Ага. Эй, а с отцом, с матерью поздороваться, а? Ну, привет. Ну, привет. Здрасте. Привет. Ладно, я пойду, раз у вас гости. Это не гости. Это сестра твоя двоюрная. Из Калашина приехала. Надь, это же я, Вера. Вера будет жить у нас. Я уже раскладушку ей в твоей комнате поставила. Чего? Дядь Коль, может, я здесь переночую, на кухне? Ничего, потерпит. Тоже мне принцесса нашлась. Ешь. Привет. Тебе интересно? Хочешь, посмотри. Для кого они все это шьют? Тебе что, ничего не нравится? Ну, даже если нравится, что толку? Эти модели тощие, как скелеты. А на мне все эти вещи будут как на барабане. А вот и нет. Тебе это все очень-очень подойдет. Просто нужно знать, что с чем и как сочетается. Ты-то откуда знаешь? Да я этим живу. А ты, мне кажется, просто еще не нашла свой собственный стиль. А можно посмотреть твой гардероб? Еще чего? Ты действительно так хорошо в этом разбираешься? Ну, не знаю. Все мои подружки всегда просили меня помочь им подобрать одежду. Ладно. Так. Вот, держи. Так, смотри. Давай вот это платье. Ага. Возьмем и подберем к нему что-нибудь еще. Вот в комплекте, например, с этой кофтой будет отлично. Здесь только не хватает какого-нибудь аксессуара. У тебя есть какие-нибудь украшения? Да. Так, вот. Вот смотри. Нужно взять вот эту брошь, угу. Приколоть, ага. И уже получается завершенный образ, понимаешь? Ага, круто. А вот такие платья нужно носить обязательно с какими-то крупными бусами. Ух ты! Отлично! Видишь, совсем ага. Другое дело. Класс! Давай еще. Если хочешь, я могу тебе что-нибудь перешить из того, что есть. Ты не испортишь? Ну, а ты дай, что не жалко, что-нибудь ненужное. Знаю.
Сейчас что-нибудь придумаем. Примерь. Офигеть, как круто! Тебе нравится? Ага, очень! Здравствуйте, вы кому? Я к Ирине Штайф. А вам назначено? Я хочу устроиться на работу. Посмотрите, пожалуйста, вот эскизы. Вот, пожалуйста. Девушка, вы вообще понимаете, куда вы пришли? Пригласительное разослал? Конечно. Никто не забыт, ничто не забыто. Приглашены все звезды, светские львицы и скандальные личности. А они нам зачем? Как зачем? Чтобы привлечь внимание. Если они будут, журналюги о нас точно напишут. Пусть лучше о нашей новой коллекции пишут. Что, хочешь сказать, что писать не о чем? Я этого не говорил. Да ты еще эту гнусную статью вспомни. На последнем показе Ирина Штайф смогла удивить своих поклонников только отсутствием свежих идей и ярким творческим кризисом. Хотя, впрочем, даже это никого не удивляет. Слушай, ну не обращай на это внимания. У тебя просто творческий кризис. Бывает со всеми. Вместе мы его преодолеем. Я руки обещаю. Убери, на работе только работай, тебе 100 раз говорила. Пойдем, я тебе покажу новые эскизы. Грубо. У вас что, нет свободной вакансии? Ирина Штайф никого с улицы не берет. Для того, чтобы у нее работать, нужны рекомендации и диплом. А у меня есть диплом. Подождите, сейчас. Так, секундочку, сейчас. Ой, пожалуйста, я только достану. Не здесь. Уберите свое барахло, меня Штайф убьет за это. Что здесь происходит? Я пыталась ее остановить, но она... Я сейчас все уберу. Девушка, я ничего покупать не собираюсь. А я ничего не продаю, я хочу устроиться к вам на работу. Понятно. Альберт, разберись. Придумай для нее что-нибудь. Пойдем. Угу. Входите. Ага. Иди гуляй. Угу. Садитесь. Пожалуйста. Так, ну что тут у нас? Так. Так. Ну что ж, хорошо. Я беру вас на работу.
Правда, спасибо вам огромное. Уборщицей. Ну а что вы хотели? Родная моя. После швейного училища в городе Калашине сразу получить должность портного или конструктора? Но так не бывает. Нет, конечно, если вы будете хорошо работать и проявите себя, естественно, вас ждут перспективы. А как же я проявлю себя, если я буду работать уборщицей? Может, возьмете меня хотя бы на петли или на обметку? Мне все равно. Главное, по специальности. Дорогуша моя, к нам уборщицей очень сложно устроиться. Вообще-то вам повезло. Ну, раз так... Хорошо. Главное, что я сюда попала, правда? О, в точку. Ну, тогда я согласна. Ну, вот и славно. Все. Завтра жду вас. Пойдемте. Люба? Да-да. Это Вера, наша новая уборщица. Объясни, где что находится и что к чему. Угу. Вы третья уборщица за месяц. Две предыдущие недели не выдержали. Почему? Штайф придирается к каждой мелочи. Поэтому даже не знаю, радоваться за вас или сочувствовать. Думаю, радоваться. Я все-таки попала, куда хотела. Ладно. Пошли, покажу, где у нас что. Ну вот, тут все, что тебе нужно. Тряпки, швабры, химия. Где-то в углу должен быть пылесос. Теперь это твое. Ирина Сергеевна просила передать, что придется задержаться до 10. Опять? Ну, четвертый раз на этой неделе. Сколько можно, а? Ну, а что поделаешь, примерка? А днем примерку нельзя сделать? Обязательно ночью? Меня муж скоро на порог не пустит. Я что, рада, что ли? Мне самой здесь с вами торчать придется. Лишь бы толк был от этих ночных бдений. А то ни денег, ни морального удовлетворения. В прошлый раз пахали-пахали, а магазин и отказался от нашего претапарты. Ну, не от нашего, а от Штайф. Она нам такой разгром устроила, как будто бы мы виноваты, что она ничего нового придумать не может. Ох, девочки, хоть бы она не разорилась, и так вся в долгах. Пойдем мы тогда с вами по миру новую работу искать. Входи. Дядь Коль, ой. А у меня хорошие новости есть. У меня плохие! Вернулась, пакостница! Ты сначала заработай, а потом чужие вещи порть! Я эту жилетку из ГДР привозила! Это же шелк натуральный! Кто тебе разрешил ее брать? Кто? По какому праву? А, я не знала. Не знала? Тетя Галь, ну ведь красиво получилось. Да? Лучше, чем было, правда? Да кто ты такая, Галь, чтоб в моем доме командовать? Галь. Явилась, Галь, не запылилась, и давай чужие вещи резать. А ну пошла вон, Галя, отсюда! Галя, все, Галь, хватит уже. Иди на кухню, выпей чайку, успокойся, давай. Я сам с Веркой разберусь, давай отсюда. Иди, Галь, иди, все. Со своими родственничками. А ты хорошо устроился. Сам на моей шее сидишь, еще родил свою сюда тащишь. Дядь Коль, вы меня извините, пожалуйста, я же не хотела жилетку портить. У вас в доме из меня такой скандал. Вера, ты тоже на тетку не обижайся, она вспыльчивая, но добрая. Говорит, тетки знает чего, потом переживает. Вот ты дай время, пускай дойдет. Конечно, я пойду, прогуляюсь пока. Нет, ты лучше другое место, где жить найди. У тебя ж финансы есть? Угу. Ну и отлично. Вот, а как все устаканится, так ты обратно к нам возвращайся. Лады? Да. А? Коля! Ну вот. Давай. Ну и если что, ты звони. Коля, ты скоро? К
конечно. До свидания. До свидания. Девушка, мы закрываемся. Ой. Извините. Ночевать, что ли, негде? А как вы узнали? Ну, таких, как вы, сразу узнаешь. Могу приютить, если хочешь. Правда? Да правда. Я тут дежурю всю ночь. Одному скучно. Ну, а с тобой будет веселее. Ну как? Пойдем? Пойдем. Хорош, ломай. Это тебе не на вокзале, тут задарма ночевать. Иди сюда! Да боже же! Что ж ты творишь, овца ненормальная? Девушка, тут спать нельзя. В гостиницу идите. Извините, но у меня нет денег. Украли. Если бы вы знали, сколько раз я слышал эту историю. А в Москве знакомых нет? Ну, хотите, пойдем к нам в отделение? Спасибо, нет. У меня есть знакомые. Есть. Ну-ну. Даю 5 минут, потом идем в отделение.
Виктор, здравствуйте, это Вера. Вы помните меня? Да, Вер? Ну, конечно, помню. Конечно. Ну, расскажите, как вы устроились? Я на вокзале. Виктор, вы же хорошо знаете Москву. Подскажите, пожалуйста, где мне можно переночевать, а то я сейчас заберусь в полицию. Давайте так, я сейчас к вам приеду. Вы стойте на месте. Никуда не уходите, хорошо? Еду. Хорошо, я жду вас. Долго ждать пришлось. Пойдем. Минуточку. Я говорю, погоди. Это мой клиент. Нет, это наш пациент. Как сбежит сразу на вокзал. Крыша съехала на почве миграции. Так, дорогая. Бывает. Сейчас много кто того. Ну да, удачи. Счастливо. Ну вот, Вера, рад снова встрече с вами. Хоть и при таких экстремальных обстоятельствах. Да уж. А куда мы едем? Ко мне. Да вы мне не бойтесь, я не опасный. По ночам меня нет, сейчас вас повезу и уеду на дежурство. Моя берлога. Смотрите, сейчас. Вот тут у нас кухня, там ванная комната, а это просто комната. Так что хорошо. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Вот. Учусь на 6-м курсе в меди, так сказать, повышаю квалификацию. А я вас точно не стесню? Все-таки одна комната, а вам надо заниматься. Вы знаете, меня стеснить, практически невозможно. Я каждую ночь нахожусь на дежурстве. Ну, а в выходные мы что-нибудь придумаем. У меня есть раскладушка. Хорошо. Вот вам ключ. Располагайтесь, я пошел. Спасибо. Интересно? Очень. А главное, красиво. Вы издеваетесь? Кошмар какой-то. Полдня над этой моделью бьюсь. Ничего не получается. Я думаю, здесь просто не хватает ярких деталей. Ну как? Гениально! Да ты меня спасла просто, я думала, все испорчено. Обалдеть! Меня Даша зовут. А я Вера. Очень приятно. Взаимно. Да, я тут практику от универа прохожу. Ты студентка? Ну да, в университете дизайна на 3-м курсе. А я в этом году поступать собиралась, но уже опоздала. А... Вот пришла сюда,
Но здесь для меня другой работы не нашлось. Ага. Вот так и жду, чтобы время не терять. Прекрасная идея. Здесь не хватает яркого пятна. Только это должен быть не платок, а какие-нибудь аксессуары. Ну, какая-нибудь брендовая безделушка. Московские модницы это любят. Ну, сумка, клатч, дорогая бижутерия или ювелирка. В модной индустрии без бренда никуда. Громкое имя – вот что нужно людям. Ясно. Как давно увлекаетесь модой? Да с детства. Шью, сколько себя помню. Лет 8 я даже умудрилась откромсать кусок шторы себе на наряд. Скажите, но ведь у меня есть шанс, что, возможно, когда-нибудь Штайф заметит меня и возьмет свою команду. Знаете, Вера, вы, конечно, надеетесь, но сильно на это не рассчитываете. Штайф – жесткая и бесцеремонная акула. Она вас уничтожит, как творческую единицу и как личность. Но вы же как-то работаете с ней. К тому же, она как профессионал вряд ли сможет погубить чье-то творчество. Я вот никогда не поверю. Святая наивность. Вы даже не можете представить, сколько людей она растоптала. Хотя, если вы так хотите быть модельером, вы знаете, у меня есть кое-какая идея. Ну, чтобы получить расположение Штайф. Правда? Да. Но мне надо все как следует обдумать и взвесить. Спасибо вам. Вы сейчас... Вы в меня просто надежду сейчас вселяете. Альберт, извините, я не знаю вас как по имени-отчеству. Да можно без отчества. Вообще меня зовут не Альберт, а Андрей. Ух ты! А почему так? Ну я же говорил, бренд — это имя. Но кто станет покупать вещи от Андрея Пупкина? А вот от Альберта Магарычева будут. Вера! Штайф, между прочим, в том селе, откуда приехала. Ира Якудашкиной звали. Мам, привет! Да, я тоже рад тебя слышать. Да, мам, я устроилась хорошо. Нет, я нашла квартиру ближе к работе. Да, мам, я работаю. Ну как кем? Кем хотела, у Штайф. Мамочка, ты, пожалуйста, не переживай, у меня все нормально, все хорошо. Мамуль, слушай, мне как раз сейчас пора уже убегать на работу. Ты тоже передавай Светке и Игорю поцелуй от меня. Скажи, что я их люблю. Ну все, давай, пока.
расставил крылья, поделился нарочно сейчас с тобою, чтобы радости были и слезы были, чтобы сердце наполнилось добротою, чтобы радости были и слезы были, чтобы сердце наполнилось добротою. Друзья позвонили и были гости, чтобы петь захотелось душе свободной, и тревоги свои навсегда забросьте, и примерите крылья когда угодно, и тревоги свои навсегда забросьте, и примерите крылья когда угодно. Тебя откроют эти крылья, что ангел святой оставил. Окрыленные могут летать порою прямо к светлой мечте против строгих правил. Окрыленные могут летать порою прямо к светлой мечте против строгих правил. Извините, я второй ключ сделал. Приятного аппетита. Спасибо. Выглядит очень вкусно. Может, мы с вами вместе позавтракаем? Все-таки обитаем в одном месте, живем. И даже не видимся и не общаемся. Да я бы с радостью, но мне уже пора идти зарабатывать. Не могу же я так долго злоупотреблять вашей добротой. Да это я злоупотребляю вашей добротой. Я, знаете, даже раньше мечтать не мог, что у меня будет такая замечательная, заботливая соседка. Спасибо. Ну? Привет. Я тебя ищу везде. Привет. А что-то случилось? Да нет. Слушай, я вчера весь вечер думала, и вот что придумала. Надо тебе к нам в институт дизайна поступать, на модельера. Тебе с твоими способностями обязательно нужно образование. Да, я обязательно буду поступать в следующем году. Так зачем время терять? Так, есть какие-то эскизы, наработки? Ну, конечно, я все с собой собрала, хотела Штайф показать, а она даже не взглянула. Все, собирай, приноси мне портфолио, я покажу преподу. Ну, может, что и получится. Правда, что ли? Думаешь, получится? Думаю, да. Лиза, где у нас тут талия? Ирина Сергеевна, я пыталась ее подчеркнуть, но неправильно заложена выточка и ткань ломает. Вот только не надо валить свою некомпетентность на несчастную ткань. А это что? Кто это делал? Я. Что это за строчка? Ну… Марин, я думала, что вы учились на портного, а вы, оказывается, обыкновенная швея. А это что? Скучно, уныло. Подайте мне вон ту пестовую горжетку. А может, сюда какой-то другой? Делайте, что я говорю. Хорошо. А мне кажется, Марина права. Вот мех здесь лишний. Возьмите. Угу. Тем более писец, он упрощает пальто. Может быть, мы…
Вот. Давайте возьмем вот эту заколку. Она создаст нам композиционный центр. И пальто станет шикарным. Ну что ж, неплохо. Очень неплохо для уборщицы. Но все же, я думаю, вам лучше вернуться к своим непосредственным обязанностям. Я смотрю, вы пол здесь не домыли. О, стой, привет. Привет. Веру не видела? Ушла куда-то. На нее Штайф только что накричала. Просто ужас какой-то. Ну ладно, я пошла. Что ты? Не обращай ты на нее внимания. Ну да, да, Штайф взрывная, вздорная. Но она отходчивая и не злая. Да. Вот увидишь, она сама уже давно забыла, что наорала на тебя. Я решила... Сама виновата. Решила показать, что что-то могу. Ну... Обратить на себя внимание. Ну, обратила же. Ну. Перестань. Она вообще меня... уволит. Никогда не потеряю внимания. Альберт, что у нас с новенькой? С кем? Ну, с этой. А, это? Да что, нормально. Полы чисто моют. Да я не об этом. Мне сегодня ее замечания показались интересными. Я тебя просила присмотреться к ней, что ты о ней думаешь? Да присмотрел, ничего не думаю. Обычная такая же, как и все. Таких в ПТУ можно сотнями брать. Жаль. Я подумала, что она умеет нестандартно мыслить. И может быть нам полезна. Я же понимаю. Я же понимаю, что моей коллекции чего-то не хватает. Мне показалось, что эта новенькая может нам помочь. Вот именно что. Показалось. А когда кажется, что надо делать? Правильно. Креститься. Презентовать нечего. Вся коллекция фуфло. Ты же светская львица, а выражаешься как рецидивист. Это самое мягкое, что я могу сказать в такой ситуации. Боже, как я устала. Ой, от чего ты устала, а? Красавица моя. От того, что эти знатоки моды только и думают, как меня добить. Опять будут задавать эти идиотские вопросы о моих творческих планах. А что им отвечать? Какие у меня могут быть творческие планы, если я уже давно ничего сочинить не могу? От этого я еще больше устала. Ну, как всегда, в принципе. Нет, ты не понимаешь. Все это отражается на нашей финансовой ситуации, если ты заметил. Заметил. И как раз именно этим вопросом сейчас занимаюсь. У тебя есть идеи? Конечно. Ты что, забыла? Я же у тебя суперкреативщик. Ой, что-то ты давно не креативил. Не супер никак. А ты подожди. Скоро все изменится. Что ты задумал? Ты узнаешь об этом первое. Вера! Здравствуйте. Вера! Вас кто-то обидел? Да так. Ну, ясно. Не хотите говорить, не надо. Знаете, вы были правы насчет Штайфа. Она дерзкая и несправедливая. Ну, надо просто немножко потерпеть, все наладится. Я надеюсь, вы не забыли, что я обещал вам помочь. Завоевать ее доверие. Я помню. Просто... Я ведь просто хотела помочь. Ну, значит, все хорошо? Конечно. Вера. Вера! Проснулись уже. Так сегодня выходной, воскресенье.
А я со своим графиком уже запутался в днях недели. Но сейчас у меня выходной. Отлично. Пойдемте завтракать. Ух ты! Что-то изменилось? А, да, я решила шторы перешить. Мне показалось, так будет гораздо лучше. И вот, прихватку тоже сама шила. Сами? Да. Обалдеть. Вы знаете, Вера, хозяйка меня просто расцелует, когда увидит, как в квартире стало уютно. Ну, тут ничего сложного. Даже первоклассница смогла бы так. А ваша хозяйка, кстати, сама, наверное, шьет. Расхранит в доме такое сокровище. Клад нашли. Нет, кое-что более интересное. Пойдемте покажу. Пойдемте. Вот. О-о-о. Ничего себе, динозавр какой. Ну, это не динозавр, а антикварная ценность. К тому же она работает. Сейчас. Вы знаете, Вера, вот никак руки не дойдут починить, а моя любимая куртка. О, дынь-дынь-дынь. Сейчас. Ну вот, готово. Вер, спасибо большое. Здорово. Спасибо. А может, пойдем погуляем в парк? Там сейчас листьев полно. От такого предложения я не откажусь. Пойдемте? Пойдемте. Ну вот, можно с вами наконец нормально поговорить. Как там ваша карьера модельера? Пока никак, вот. Все ограничивается обязанностями уборщицы. Ничего себе. Угу. Я вот от этого абсолютно далек, от ваших ниточек, пуговок. Но совершенно очевидно, что у вас талант. Видимо, этого недостаточно. Но вы же не сдаетесь? Нет. Я не могу себе этого позволить. Я слишком долго ждала такого шанса. Вот это по-нашему. А знаете что, Вера? Я верю в вас. Вот так. Молодые люди, подождите. Выручите меня. У меня конкурс пропадает, а мне нужна третья пара. Позарез. Пойдемте со мной, пожалуйста. Ну, давайте. Ой, спасибо. Ой, выручили. Ну вот, у нас, похоже, появилась и третья семейная пара. А мы не совсем семейная пара. Мы просто живем вместе. Это не страшно. Так сейчас многие живут. Но я надеюсь, скоро вы созреете для официального брака. Как вас зовут? Виктор. И? Вера. Третья семейная пара Виктор и Вера. Аплодисменты! А мы начинаем и наша первая пара. Егор, я приглашаю вас к мольберту. Прошу. Яночка, у меня вопрос к вам. Поздно убежать. Ну что ж, Катерина. Кстати, я сразу скажу, я хочу троих детей. И может, на ты перейдем хотя бы время конкурса? А то приз под угрозу. Хорошо. Вы тоже, к сожалению, проигрываете в нашем конкурсе, а у нас на очереди наша третья пара. Вера и Виктор. Вера, прошу вас, проходите. Вера, ну проходите сюда. Виктор, вы к мольберту. Вера, да. Вот мы, мужчины, существа консервативные. И наверняка у Виктора есть какая-то вещь из одежды, с которой он ни за что не расстанется. Подумайте. Виктор, записывайте. И это? Куртка. Ну что ж, посмотрим. Здорово, молодцы! Зрители, поаплодируем конкурсантам. Хорошо, друзья мои. Тогда второй вопрос.
Какое коронное блюдо умеет готовить Виктор? Это бутерброды. Бутерброды? Бутерброды. Секундочку. Бутерброды! И у нас появляются претенденты на победу, друзья. Хорошо, третий вопрос будет сложнее. Можете ли вы, Вера, назвать точный рост Виктора? 184 сантиметра, обхват груди 100, бедра 96. О, ничего себе подробности мы узнаем. Да, это точно. Виктор? Вот. Обхват? Правильно. Ну что ж, друзья мои, поздравляю Виктора и Леру. Они победили в нашем сегодняшнем конкурсе. Итак, друзья мои, вы на самом деле замечательная пара. И у меня к вам... Да-да-да, у меня к вам только один вопрос. Сколько времени вы живете вместе? Спасибо. Неделю. Неделю? Неделю? Неделю. Не может быть. Друзья мои, это означает только то, что вы две половинки, что вы созданы друг для друга, и у вас получится крепкая семья. Поздравляем наших участников! Когда меня спросили, я так испугалась, а вдруг у вас не только куртка любимая вещь? То есть мы на «ты» перешли все-таки временно, да? Прости, я забыла. Ничего. А когда он спросил этот вопрос про коронное блюдо, я так испугался, думаю, ну не вспомнит ведь. Ну как можешь забыть ваши... Сейчас, извини. А что случилось? Он потерял сознание. Так, ну-ка, оп. Пульс не видны. Давление, думаю, резко упало. Но это не инфаркт. Скорую вызовите. Вызвали. Так, вода есть? Ага, давайте. Ага. Так, ему нужен крепкий горячий чай. Сейчас скорая приедет и вам поможет. Лежите, вам нельзя двигаться. Напоите ее. Все хорошо, все хорошо. Держите. О, как быстро. Где больной? Вот, у него, похоже, гипотонический криз. А вы доктор? Фельдшер. Дайте-ка. Молодец. Быстро ты его в чувство вернул. Я так растерялась. У меня никогда не было такого дня. У меня тоже. Такого счастливого. Я рад, что встретил тебя. Правда. Я тоже рада. Заходи. Привет. Ой. А чё такая счастливая? Парень? Ого! Ну, я надеюсь, не Альберт, а то я заметила, что ты ему нравишься. Что, с ума сошла? Это Виктор. Ага. Я живу у него в квартире. Ничего себе, живешь. А кто он, москвич? Кем работает? Чем занимается? Даш, какое это вообще имеет значение? Ну да. Главное, чтобы любил. Ой, извини, секунду. Алло? Алло, Вера. Добрый день. Да, здравствуйте. Вера, а вы не хотите мне помочь с выбором ткани для новой коллекции? Я не знаю, я подхожу для такой ответственной работы. Конечно, Вера. Именно вы для этого и подходите.
Ой, да, конечно, я приду. Ждите, я буду. Жду. Спасибо. До свидания. Альберт звонил. Он предложил мне помочь ему отобрать ткани, представляешь? Ничего себе. Да. Класс. Ага. Ну, давай, удачи. О, господи, спасибо. Держись. Я пойду. Ага. Какая красота. Удивительно просто. О, а вот это, как здесь все сочетается между собой, фактурой и цветом. Класс. А что ты можешь сказать об этом? Ткани хорошие, но нам не подойдут. У нас вся коллекция в теплых тонах, а тут такие холодные. А вот это кружево отличное. Оно подойдет для отделки корсетов. Прекрасно. Вера, знаете, вы большая молодец. Пойдемте, я вам еще ткани покажу. Пойдемте. Проходите. Аккуратней. Пришла. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Виктор? Да уже на работу ушел. А, вы, наверное, Вера. Витя про вас рассказывал. Да вы проходите, проходите. Вот. Ой. Значит, вы та самая Вера. Да я смотрю, вы здесь совсем обосновались, чистота везде. Обычно я за этим слежу. Каждые 2 недели здесь бываю, уборку делаю. А вы... чем занимаетесь, Вера? Где работаете? Я... в доме моды работаю. Вот оно что. А Витя-то вам зачем? Вас одевать, обувать надо, а он парень простой. Это все не его съемное. За душой нет ничего. Вот еще дочке помогает. Она у нас болеет. Вы знаете, я, наверное, пойду. Постойте. Постойте, куда же вы? Я квартиру нашла и съезжаю. Подождите. Подождите. Ну, что сделаешь? Выскочила, как пробка. Не еще бы. Разве 2 хозяйки на одной кухне уживутся? Ой, вообще. Ой. Алло, Вер. У меня билеты появились в театр. Так что давай, одевайся побыстрее. К 7 успеешь? Слушай, ты представляешь? Тут одного актера скрючило. Ну, мы им капельницу поставили. А он нам Катрамар. Вить, я не хочу тебя слышать. Как ты мог так поступить с дочкой? Я сама выросла без отца и никому не пожелаю такого. Вер, какой дочкой? Ты что вообще говоришь? Не звони мне больше. Прощай. Вера! Вера? Я только на одну ночь. Вам негде жить? Ладно, ложись, ложись. Вера, вы помните, я вам обещал помочь?
помню. Но я подумала, что вы сказали так, чтобы меня поддержать. Нет, вы знаете, я всегда выполняю обещания. Я надеюсь, вы хотите еще создать свою коллекцию и показать ее людям? Еще бы. Конечно, хочу. Это хорошо. Штайф не позволит вам это сделать. Рядом с ней вы просто останетесь серой мышью. В лучшем случае она присвоит себе вашу коллекцию, ну, естественно, все лавры. Ну и что мне теперь делать? Надо создать собственную коллекцию и показать ее людям. Я вам помогу. Но... Нужно понимать, что и если не вы, это будет кто-то другой. Просто здесь вопрос времени и качества. Вам я почему-то доверяю. Ну да ладно. Подождите. Я попробую. Значит, я в вас не ошибся. Ну так что, по рукам? Ну, по рукам. Проходи. Да, квартирка так себе. Зато светлая и просторная. Будет удобно творить. Поставим здесь манекены. Там можешь машинку швейную поставить. А стол? Слушай, стол вот побольше оттуда возьмем. Кроить можно на полу. Так, по-моему, вообще удобно. Да. Ладно, не забывай, что у нас на все месяц. Да, я помню. Ну что, я поеду. Все, пока. До свидания. Здравствуй. Ну что, можно поздравить? Да, у меня все готово. Господи, Вера. Вера, это что-то невероятное. Это сумасшествие какое-то. Вот, смотрите. Слушай. Как? А это что? А, это свадебное. Это восхитительно, Вера. Так, все. Это надо немедленно отметить. Так, я купил шампанское. Сейчас мы это отметим. Угу. Так. Так, вот бананы. Верочка, вы ну такая что? Молодец. Так. Не боитесь, когда стреляют? Нет. Опа. Так. Давайте выпьем за вас. За гениальную. За целеустремленную. За талантливую. Ну и за себя разборчивого, который смог этот талант в вас рассмотреть. Да. За успех.
Ой. Сейчас, извините. Угу. Алло, да? Восхитительно все. Все, запускай рекламную кампанию. Давай, я подъеду, расскажу, давай. Так, Вера, извините, позвонили мне. Надо на работу срочно. Да, конечно. Я еще раз поздравляю вас с успехом. Спасибо. Вера, знаете что? Вы очень много работали. Поезжайте домой. Отдохните. Денька на 2-3. Правда? Да. Хорошо? Спасибо. Все, я побежал. Всего хорошего. Спасибо. Созвонимся. До свидания. Ух ты. Девушка, извините. Да-да. Здрасте. Здрасте. А вы не скажете, Веру где я могу найти? Какую Веру? Модельера. Но у нас не работает модельер с таким именем. Работает уборщица Вера. А, ну, уборщица. Молодой человек, вы определитесь? Девушка, уборщицу. Как я могу ее найти? Ну, пока никак. Вера в отпуске. Извините, а вы не скажете, а уехала куда она? Я не знаю. А вернется когда? Молодой человек, приходите через месяц. А вы, собственно, кто? Да, неважно. Спасибо вам. Всего хорошего. Красавица, ну москвичка, но... прям москвичка. Ну ты как здоровье? Все хорошо, врач сказала, что уже иду на поправку, но, правда, на работу только не пускает, ну и... Да и правильно. Мам, я же тебе деньги привезла. Помнишь, ты мне давала? Так это что, не потратила их, что ли? Почему? Потратила. Потом заработала, накопила, и вот возвращаю. Вот это да. Правда, не понадобится? Мам. Ну ладно, ладно. А где... где все? Светка записалась на танцы, бегает после школы, а Игорь устроился на работу водителем. Очень хорошо платят. Да. Ну, а ты-то как? Рассказывай. А, мам, мне так хорошо, что самой не верится. Я, наконец, закончила свою первую коллекцию, представляешь? О, боже, какая же ты у меня молодец. Как жаль, что отец не дожил. Он бы гордился тобой. Ну, а дядя Коля как? Да, нормально. Смотри, дочка, не забывай его, навещай. Родня все-таки. Парня в Москве нашла? Да нет, мам. Парни там все какие-то ненадежные. Привет! Сюрприз! Привет, моя хорошая! Вот вроде недавно видела, уже опять вымахала. Да. Давай. Давай, сейчас разденемся. Оп! Давай. Валечка, ты пока иди с Мишкой поиграй, а я с мамой поговорю. Кать, ты с Верой встречалась? А, ну да, познакомились. Она забежала, но как-то очень быстро собралась и ушла. Сказала, что нашла новую квартиру. Мы как раз только расположились с дочкой. Все понятно. С дочкой. Она решила, что ты моя жена, а Валя дочь. Нормально? А я, дурак, голову ломаю.
Альберт. Да. Коллекция исчезла вся. Здесь кто-то был. Я сейчас позвоню в полицию. Не надо звонить в полицию. Я скоро приеду. Хорошо, буду ждать. Привет. Здрасте. Я не понимаю. Я запирала дверь на все три замка. Кто мог это сделать? Может, хозяева квартиры? Нам сейчас срочно нужно ехать в полицию и написать заявление. Так, Вера, успокойся, не надо никуда ехать. Коллекцию забрал я. Вы? Зачем? Ну, понимаешь, никто не пойдет на твою коллекцию. У тебя нет имени. Нужен бренд. Громкое имя. Я и Штайф давно в мире моды. Так что, если коллекция выйдет под нашим именем, это будет фурор. Но на простую девочку с улицы никто не пойдет. Да-да, я понимаю, что это выглядит вроде как ужасно. Зато у тебя появился огромный шанс. В следующий раз ты сделаешь так, как ты захочешь, и я тебе обязательно помогу. То есть вы со Штайф все это время вешали мне лапшу на уши? Ой. А потом просто решили присвоить себе мою коллекцию. Вы мной воспользовались. Вы же воры. Я на вас в суд подам. Я представляю, как в полиции ржать начнут. Уборщица будет рассказывать. Вы представляете, управляющий дома мод украл у меня новую коллекцию одежды. А я, если захочу, я тебе в мире моды перекрою все входы и выходы. Даже уборщицей нигде не устроишься, ясно? Здрасте. Здрасте. Извините, а вы не знаете, случайно, где Шерстнёва живут? Я знаю. А тебе зачем? Верующую. А тебе, случайно, не нужны носочки? Теплые, шерстяные. Давайте. Хватит. Значит так, идешь прямо между домами. Между домами. Прямо. Потом еще прямо. Потом увидишь улочку, и в конце улочки дом прям такой же. Спасибо. Здравствуйте. Привет. А вы к кому? К Вере. Проходите. Спасибо. Мам, здесь к Вере пришли. Здрасте. Здравствуйте. Вера здесь живет? Нет, Вера живет в Москве. Адрес, вы не знаете ее? А вам, простите, зачем? Вы ей кто? Вы понимаете, я Вере друг. Мы с ней познакомились, когда она переехала в Москву. Вот, но потом она исчезла, потому что кое-что неправильно поняла. А я пришел объясниться с ней. Вот и передать. Ясно. А как вас звать? Меня Витя зовут. Витя. Ну, подождите минуточку, Витя, хорошо? Хорошо. Вот так. Зимой ты не мерзнешь? Да нет. Но все равно на. Носи. Спасибо. А вот, Витя, адрес, по которому живет Вера и работает над своей коллекцией. А это, я думаю, вы сами ей передадите. Спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо. Если увидите Веру, передавайте от нас привет. Да. Передам. До свидания. До свидания. Пошли. Ну и правильно сделала, что ушла. Уж не знаю, замешана ли в этой афере Штайф. Ну, потому что Альбертик скользкий тип. Я всегда подозревала. Зачем я только приехала? Сидела получше дома с родными. Они бы точно меня никогда не обидели и не предали. Завтра же уеду домой. Вер, ты чего? Я тебя не узнаю просто. Ты же нельзя так оставлять, надо бороться. Так, сейчас ты переедешь ко мне. Ты сама живешь в комнатенке. Подвинусь, не сахарная. Так вот, приедешь ко мне, и будем думать, что делать. Здрасте, вот такие эскизы подойдут? Нормально, можете показывать конструкторам.
Люба, где Альберт? Вы его не видели? Он недавно пришел, сидит у себя в кабинете. Альберт, что с залом? Почему я только сейчас узнаю, что аренда не проплачена, а зал отдан под какой-то другой показ? Наверное, потому что кто-то подсуетился. Вот интересно, кто? Кто посмел? Я посмел. Я арендовал этот зал. Что ты на меня так смотришь, а? Да, я посмел. Там будет дефиле моей коллекции. Тебе все равно показывать нечего. Не смешно. Давай, хватит шутить. Говори серьезно. Хочешь поговорить серьезно? Хорошо. Давай. Я давно хотел тебе сказать, что ты убивала мой талант, давя своим авторитетом. А я был мальчиком для битья. Только все изменилось. Мальчик вырос и не нуждается больше в престарелой и творчески иссякшей любовнице. Что? Да я тебя уничтожу. Ой. Ты не знаешь, с кем ты связался. Ой, как страшно. Она меня уничтожит. Да что ты можешь сделать? Ты давно потеряла свой авторитет. Над тобой все вон за глаза смеются. А скоро в глаза смеяться начнут. Так что ты прими поражение достойно. Чао, бомбина. Я беру на работу только с испытательным сроком. 3 месяца. А то приходят тут, дипломами тычут, а строчку прострочить не могут. Так что, если согласна, зарплата в 1,5 раза меньше, чем в объявлении. Я согласна. Приходи завтра, только не опаздывай. У нас штрафы. До свидания. До встречи. Вот видишь, как хорошо складывается. Будешь работать в ателье и учиться в институте. Чего? Помнишь, ты мне работу свою давала? Ну, преподу показать. Ну? Ну вот. Он в восторге. Сказал, что ты самородок, что такими не разбрасываются. Мне даже завидно стало, так он тебя нахваливал. Короче, сказал, что берет тебя на подготовительные курсы без экзаменов. Говорит, все равно начало года, намного не пропустила. Дашка, спасибо тебе огромное. Да не за что. Ты такая молодчина. А это не Альберт? Показ моделей бывшего управляющего дома моды Ирины Штайф Альберта Магарычева пройдет в эти выходные. Знатоки предписывают коллекции феерический успех, в то время как сама Штайф объявила об отмене показа. По ее словам, причиной явились технические неполадки. Однако, как нам стало известно из достоверных источников, бывшая звезда моды собралась уходить на покой. Приходите все! Я обещаю вам, это будет сенсация! Надо что-то делать. Люди должны узнать, кто автор коллекции. Интересно, как? А надо Штайф рассказать. Нет, я не хочу. Но он правильно сказал, что мне никто никогда не поверит. Ну попробовать-то надо. Ну вот теперь вы знаете, откуда у него эта коллекция. Я все думала, откуда в нем столько таланта. Еще и себя винила, что действительно его не разглядела. Оказывается, он обманывал меня, и не только меня. Да Вера даже домой хотела уехать. Но потом решила начать все заново, устроилась работать в ателье. В ателье? Угу. Только вы можете нам помочь. Нельзя это так оставлять. Поехали. Я за пальто, я быстро. Хорошо. Девушка, извините. Да? А вы не знаете Веры Шерстнёва, где? Вера уволилась. А, понимаете, я был у ее родных, мне дали адрес, я пришел туда, а там ее нет, и только рабочие выносят. А вы Виктор? Да. Она на работе в ателье, Нижняя Покровская, 7. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. 728 рублей. Да. До 8 работаем. Приходите. Угу. Здрасте. Здрасте. А... мне бы поговорить с Верой Шерстневой. После 8, когда рабочий день закончится. Извините, а пораньше никак? Молодой человек, но я же вам сказала, Вера работает. Если надо что, говорите, я передам.
Да, надо. Передайте ей вот это, скажите, что нужен срочный ремонт. Верочка, тут какой-то сумасшедший хочет, чтобы ты срочно это починила. Замерзнешь. Хотел передать тебе лично в руки. Спасибо. Вер, я скучаю по тебе. А тебе все равно, да? Нет. Но у тебя есть семья. Ну, конечно, есть. Катя, это моя сестра, а Валя, это моя племянница, понятно? Подожди, то есть женщина с ребенком — это твоя сестра и племянница? Ну, конечно, они приезжают в Москву, потому что у Вали астма, они ездят сюда лечиться. А почему твоя сестра решила, что мы не пара? Ну, вот так она решила. Так заботится обо мне на свой лад. Она старше, считает, что нужно заботиться о младшем. Вер, куртку-то зашьешь, а? Обязательно. Сейчас замерзнешь. Здравствуйте. Здрасте. Верочка, извините, но мне нужно поговорить с вами. Угу. Извините. Верочка, о чем интересно поговорить? Разговор, да один негодяй украл ее коллекцию. В общем, Вера, девочка моя, я все знаю. И вот что я предлагаю. Вы возвращаетесь ко мне, и мы все начинаем сначала. Вместе. Обещаю, что я дам возможность создать свою коллекцию. И тебе, и Даше. По рукам? По рукам. Пошевеливайтесь там! Так, хорошо, молодцы, молодцы. Я не понял. А мы что сидим, языками чешем, а? Живо давайте одеваться в гримерку! Ты что такое? Вы тоже давайте, пошли! Молодцы, хорошо. Так, Петь, что со звуком? Все хорошо. Не все хорошо, у меня должно быть все быть идеально, ты это знаешь? Готово все. Готово, давай иди работай, что ты ночь дребедень какой-то, а? Платья живо им одевать в гримерке, ходят здесь! Я не могу на это смотреть, пожалуйста. Давай уйдем отсюда. Ой,
вижу, вам понравилось. Ведь понравилось, правда? Ну, я думаю, что самое время позвать на эту сцену виновника сегодняшнего вечера. Встречайте! Ты кто такой? Ты себе что позволяешь? Сейчас полицию позову. А полиция уже здесь. Старший лейтенант Васильев. Вы Альберт Магарычев. Где же наш Альберт? Может быть, мы мало аплодируем? Давайте еще раз выдадим ему овацию. Может быть, прямо сейчас захочет сказать теплые слова, как своему преемнику, легендарная Ирина Штайф. Поаплодируем. Ирина, прошу вас. Благодарю вас. Я действительно хочу сказать пару слов, но эти слова не будут теплыми. Альберт не дизайнер, а вор. Эту коллекцию он нагло украл у одной очень талантливой девушки. Я знаю, что она сегодня находится в зале. Вера? Верочка, можно вас на сцену? Прошу вас. Создательница этой коллекции Вера Шерстнева. Я же говорил. Спасибо. Спасибо! О, Надюш! Кто? Смотри, кого по телевизору показывают. Сегодняшнего дня Вера Шерстнева... А где тот жилет, который мне Верка-то делала? Мам, она его перешила мне, а не тебе. Давай его сюда. Вместе будем носить. А ты позвонил бы племяннице, да поздравил бы ее с успехом. Нет, Галь. Теперь она меня вряд ли простит. И будет права. Спасибо. Саша, ногу подвернула. Надо что-то предпринимать. Извините, небольшие технические неполадки. Идем сюда. Верочка. Верочка, все очень прошу, вручай. Переоденься в свадебное платье. Пожалуйста, потом объясню, пожалуйста. Пошли, пошли, давай. Не волнуйтесь, все в порядке. По традиции, каждый показ завершает выход модели в свадебном платье. Но у нас случилась небольшая заминка. Манекенщица подвернула ногу, такое бывает. Но традиции нарушать нельзя. Поэтому я приглашаю на эту сцену под ваши аплодисменты создателя коллекции! Вер, ты выйдешь за меня замуж? Да.